В РФ пожар на крупнейшем заводе тушили больше суток. Площадь горения составила 2000 кВм. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В понедельник в 6:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в российском спасательном ведомстве. В России пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области удалось ликвидировать только через сутки. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. Площадь горения составила 2000 кВм, пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19:22 открытое горение было ликвидировано, 2 апреля в 6:00 пожар был полностью ликвидирован, говорится в сообщении. Отмечено, что к тушению пожара были привлечены 47 человек и 17 единиц техники. Работы продолжались всю ночь. Напомним, 1 апреля стало известно о возгорании на деревообрабатывающем заводе ММ Ефимовский в селе Чупцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.